Ну вот и свершилось. После получаса обзора, да, Викторович взялся за монтировку. А мы работаем дальше, в отличие от некоторых. Да. Итак, обзор на что? На состояние сайлентблоков. На состояние сайлентблоков. Да, люди любят писать, еще походит. Угу. Это новый почти, ты что? Еще что, можно ставить, да? Ну, ставить не надо, но как новый. А помыть так вообще будет мытый. И мало. Смазать. Ну, какой там ты что, очко? Эх, как поедет. Как говорит Саша и делает Антоша, очко. Друзья, напоминаю, это у нас Лянча с пробегом 190 тысяч километров. 2009 года рождения. Рычаги родные, сайлентблоки тоже родные. Рычаги родные, сайлентблоки родные. Года. Даже есть маркировка, ребят, 9-го года на сайлентблоках. На выброс? Что, сайлентблоки? Да. А рычаги? Нет, мы поменяем все, что здесь есть. Мы поменяем шаровые, которые устали, местами пробитые. Поменяем передний сайлентблок, поменяем задний. И потом покажем, как это выглядит. И попробуем сделать вот так. Сказал главный автомеханик.